Здравствуйте! Вас приветствует Иловлинский филиал Волгоградского краеведческого музея. Сегодня у нас гость. Гостя зовут Анастасия Яновская. Это потомственная казачка, молодая казачка, но та, которая сохраняет старинные рецепты. И сегодня у нас рецепт. Настя, здравствуйте! Добрый день! Что мы будем сегодня готовить? Мы сегодня будем квасить капусту. О. Как рассказывала моя прабабушка Лидия Дмитриевна, сначала мы берем сечку, сечем капусту вместе с морковкой. Ага. Затем все мы это смешиваем вот так вот в деревянном надо корыте. Помять, да? Да, помять. Обязательно помять. Помогайте мне. Угу. Помяли. Затем посолили. Угу. Обязательно побольше соли, чтобы сок капусты настоялся. Угу. Еще раз помнем. А после кладем все в бочку и проверяем каждые 3 дня, чтобы сок не вытек из бочки. Вот такой рецепт. И потом уже капусту можно есть, да? Да. Обязательно капуста стояла на столе у казаков всегда, и на обед, и на ужин. Это самая лучшая закуска под любой обед. Итак, спасибо большое, Анастасия, что пришли и рассказали нам вот такой старинный рецепт. До свидания.